что-нибудь в этом роде. Но и сейчас я не думаю, что сейчас чем-то Аркан отличается. Блин. Я Ну, знаю. Ты оденешь его, потестишь сам и скажешь, я тебе говорю, я уже 2 недели его тестил. Я вот сколько хуй, играю да, на этом сервере, да, вечно маги, ДК, да, и вот, вечно они и локи, ну, среди них там записываются по ДПС, вот. А все вот это там, роги, там, ретрики, мавары, там, что-то вот котиков там апнули в свое время, заебись дамажили. А в основном весь костяк, вот сколько сижу, он, в основном это маги локи, да, вот все костяки. Вот смотри, у меня ДПС, да, есть сейчас, вот смотри, там, условно говоря, ДПС, ДПС рука, да, то есть, и, ну, рейдовый в ДПС, да, там, 490 тысяч. Маг 30 тысяч ДПС, анхоли ДК 27, да, а этот кто, ШП 26. Саня, а ты помнишь момент, 240-й, когда шмот еще был? Маги 30к. Вот я тебе дал это, лидерку. Там еще киллсори есть. Может кто-то во второй сможет. Так, у ПС один перс. ПС это тут? Да, тут. Ты сможешь во второй пойти? Да, блядь, нет. А тебе надо пораньше уйти, да? Не, подождите, а во второй это что значит? Во второй? Сегодня какой-то второй, что ли, считаем? А, ну давайте я во второй пойду. Пойду во второй. Хочет во второй. Пиздец, не, во второй я думал, второй. Это типа завтрака это, наверное, нет, там туда-сюда. Не, это РС. Я все туда. Увидел, все. Ага. А то тут престов дохуя и так. Я буду во второй. Ага. Рамис во второй хочет. Все, ну, что желает. Мифик сейчас придет. Ну вот, ПС, мифика тогда можно убрать во второй. Равист хочет во второй? Да. А ты не хочешь хапалом в первый? Могу хапалом в первый, но с собой во второй. Еще раз. Да и хапалом в первый вообще без проблем. Давай, заходи. На собой во второй по-любому. Ну да, вариантов. Да. Ну да. На той расчет. Все, Владимир, а, вон. Можно. Вон, мифик пришел. Вот вам алок. Да, пацаны, только я не вижу. Алло, меня слышно? Алло. Нет. Пати, принимай. Да, тебя не слышно. Пати, принимай. А у меня сейчас пока оно, ну, вроде все прогрузилось, я написал виду, только у меня еще пока висит. Не, фиг, что это за фигня такая? Можешь просто сказать, что ты грузишься? Да нет, ты что, надо же подробно рассказать. Когда он РС говорил начинаем. Что-то кратко? Да, РС. Я тоже так могу. Короче, вот я сегодня это плюсую в рейд, да, а там это, короче, а там Эвесты и Неола плюсуют, и поэтому я решаю, что я буду идти в ШП. Ты согласен, Войд? Чё ты, блядь, давай заново, чё-то я прослушал все нахуй. У нас два ДЦшника. Я в ШП, если что. Я, конечно, вопрос. Шектор тут? Да, нет. А? Да, я тут. Ты можешь во второй пойти? Сейчас этот похилит Равис на хапали на своем. Вы также ТТГРС-ку? Ну да, то же самое. Скажи мне, там нормально там вообще или как? Или боль, страдания, унижения? Ну мы проносим, просто я не хочу там... Я не хочу там на хапала заходить, блядь. Да нету там боли и страдания. Нормально. Готов построить еще второй рейд, куда лучше, чем первый. А, ладно. Да, ну давай, ну второй тогда это посижу. Это главное, чтобы ему иннер дали. Этот. Присты, пятая пати. Кто с вас может во второй? У вас обоих, по-моему, по одному персу. И кто там еще в рейд есть? Мифика суммоните. Снаружи камень. Там мифика суммоните. Мифик, принимай суммон. Ставь шкаф внутри инста. И суммони всех. Пока это все происходит, можно с Долорана 2 раза долететь туда-обратно до РС. Чек на ФК. Так, кто там еще есть? В рейд? Если есть танки, я могу вылетел, на замене посидеть. Не, замена не получится. Это я танчу, я в сове хочу побить, а я танчу. Мы бигдема не спекаем, потому что не ушаем. Так, 18. А, короче, если я шеем себе замучу, я тоже не буду.
Шем это как гарантия нахуй того, чтобы не быть. Да не, не гарантия, не, можно просто без танков пойти. Вот такая еще. Аргумент, просто аргумент. Мы сегодня то сходили, есть... блядь, с танками, которые там не танчили нихуя. Ну, кроме Биг Дэма. Повайпались, весело будет. Есть кто-то так, еще? Я вылетаю тогда. Угу. Что-то я не вкуриваю, там кто-то хотел же, блядь. Ладно. Не, ну ДЦшников две штуки, нахуй. А кто во вторую у нас? Вот Феррат, это кто? Маги, ну, можно столик? Зайдет. Это, а у вас фул, да? Ты кто? Нет. Миддарк ШП. А. А, ШП еще один. Ну, заходи. Сейчас это... Может, кого-то на второй свичнем. И Нола на второй, да? Давай. Нола на второй. Тогда нужно кого-то в хила спекнуть. Так, Мэтт Фокс, давай посмотрю твоего хила в РСке. Спекнись. Похилишь. В тьме побегаешь. Так, шкаф стоит или не стоит? Сумоним сейчас, подожди. Блять, Мифик, ты где? Я лечу. Говорили, что манут, я, короче, вот вылетел сам. Ладно, давайте вам удачи, челю до 18. Давай. Не до 18, мы раньше можем закрыть. Выйдите кто-нибудь, тыкните на портал. Ну, через часик тогда, окей, подойду. Да, там пузырь, потому что РСК 30 минут, и ТТГ также может, если без вайпа. Ну, там вайпаться будет на собаке. Не-не, так не говори. Блять. Веселые вы ребята, конечно, блядь. Вангую. Не говори так, блядь, плохие слова. Мидарк или Судорога, кто с вас может на второй рейд пойти? Вы в Дисе? Мидарк в Дисе, Судорога. Ты можешь на второй пойти? Пиздец, я в натуре быстрее сам долечу, чем меня засумонят. Это потому что Мифик чилит где-то. Ну, я летел. Не на меня стрелки не надо скидывать, я сказал, я... Приятного аппетита. Спасибо. Судорога на вторую. Да не всё. Тебе. Пока так идем, сейчас к ТТГ посмотрим, может что-то подойдет. Точняк, можно ж покушать. Да. Тыкаем на сумму. Эвест, как у тебя там поменялось что-то? Поулучшился шмот. Посмотрите, Эвест, как он одет. Мэтт Фокс, ты тут, Диси, приготовил дерево? Посмотреть. Сейчас РС-ку похитим. Майди тут. Поставьте... А, вон стол. Все, спасибо, вижу. В Диси я только дома на другом компьютере седон не сделан. У вас это типа антивирусник, да? Все, пошли трэш бить. Смотрите, там косты по первости сбивайте. Ну да. Ну да. Нужно отбегать еще как на Золджине. Ты же отбегаешь, подбегаешь, бьешь. Ты говоришь, как на Золджине, как будто всех заходит каждый. Ну да. Смотрите, у меня пока настроение хорошее. Ну там пробудители повытаскиваешь. Я эту пачку подержу. Понимаю. Ну да. Ну да. Ну блин, тебя за БКД сложило. Без шанса. Да, просто хуёвый дамагер просто встает под клиф, встает под взрывную волну. Под две взрывные волны усиленных мобов, которых усилил командир. Нет, чтобы дать перехват в каз взрывной волны и не сдохнуть от одной волны. Нет, ты чё, это же... Это как картинка с негром, знаете, который сначала рукой вот так, типа, ну, прикрывается, а потом, да, типа, ага, да, то, что нужно, да, вот именно это. Это же сущность вара. Чардж, бэш, покинуть тело, блядь. Бэша нет у меня, нахуй. Ну, хули, тогда
Тогда что, интерсепт? Не знаешь, не говори ничего, блядь. Я вообще не хочу покинуть часть, я не успел. Я нахуй что даже до мобов долететь не успел. Интерсепт, бладзёрст и покинуть тело, нахуй. Кинул тело. Как этот говорил, этот, Джей, блядь, в людях в черном 2. Ну чё, говорит, каждую субботу ты заводил. Давай смоемся, Джей, смоемся. Смылись. Вот так и мы смылись на профе в лужах сегодня. Десятки, блядь. Блядь, топовый рейд, мне понравился. Кто хочет на ютубе, смотрите, потом будет запись. Как надо проходить... Наш позор еще выкладываешь. Удали, пожалуйста. Рубик Дамбл. Это же смешно звучит, это знаешь, блядь, ищите себя в пошмандовках, я забыл. Ищите где, блядь? Прошмандовках, хозяин Бальжана. Под столом, профан. Ищите себя на прошмандовка.ком, блядь. Ебать. Я тут, короче, чаржусь в пачку. Прожимаю дубовую кожу. Да. Так. Надо пробудителей хотя бы забрать. Так. Ладно, можно и так. Короче, просто на кого бог пошлет. Мобы крутятся, смотрите, будьте осторожны. Крюк уже... У него не получилось, будьте осторожны. Он просто сдох. Подбежал, подъебало. Эх, дисциплины никакой нету танков, сука. Просто момент такой неразберихи. Вот с меня забирают всех мобов почему-то. Ладно, то хотя бы два прогрессора вот этих потанчу. Прогрессора? Прогрессора, да. Ну, гильдия прогресс, знаешь? Гильдия прогресс. Мобы прогрессоры. Так, один моб остался. Это уже легче намного. Это уже... Там даже не надо 5 IQ. Блядь, вчера что-то горло болело. Пришлось таблетку. Да, таблетки фигня. Надо самогон и перец красный. Я понял. Я понял. Синтеку это скажи. Так, спулил мобов, а они уже бегут. Что будем делать, как думаете? Ну не бегут, они уже близко очень. Так, вот бегать от них. Он забирает всех троих. Ну тогда надо бить. Вот этого с двумя мечами его надо бить осторожно в спину. А вот этих вот дурных... Так, агрессора почему-то он напулился, походу, на меня. Ну, давай я потанчу. Вот, пробудителей можно станить во время взрывной волны. Вот сейчас стан. Не получилось. А, вот притяжка. А что с агро происходит? Что-то понять не могу. А, не знаю, кстати говоря. Вот этот агрессор, я его вообще даже не бил. Но там, видать, смотри, ну вот две роги, видать, они его били. Блять, я с хурюка прям снимаю каждый, блядь, по КД, нахуй, каждые 6 секунд. А, ну это может стойка это. Вот я так же, блядь, мусульман ходили, там, блядь, не, хурюк. Это баг какой-то, блядь, был. Сука, а чё вы мне не говорите души пососать? Ёбаный в рот. А, они не сосутся. Жопа, нет, души, блядь. Пососи. Я понял. Так, Мидфокс, братан, ты тут это самое, не проебись. Короче, два танка в Рахель, ну все на тебе. Не забудь перед 33% бабл и массакру сдать. Я босса буду, Лингрен, ты две копии. Okay. Так, моб идет, смотрим. Я иду по миле, я иду по миле, я иду по зеленой миле. Теперь я сажусь, сажусь. Я молюсь. Теперь меня подключают к электрическому стулу. Теперь я электрод. Тобой что, заваривать что-то будут? А, да, чефир заварили крепкий сегодня. Лячь хоть что-нибудь. Так, короче, моб разделился. Внимание, не надо находиться... под лицом моба. Это самое главное. Если кто-то умрет, то это означает, что он зашел под лицо. Подлец зашел под лицо. Под лицу все к лицу. Есть такое еще. Откуда только я узнаю эти поговорки и пословицы. Как-то раз я пробовал пословицы переделать под Warcraft. Получилось довольно смешно. Это у меня был блокнотик. Давай массакру. Бабл нажимай. Фул прожим. Третья копия. Внимание. Кто-то фонит. Копию забрали, отлично. Из-под ебала уходим.
все. Главное, чтобы танки друг от друга недалеко стояли. Нормально будет все. Моб вырос, а какой-то дамаг большой проходит. Ладно, справимся. Бидон ставь тотем, шалфир гим на ману. Ясно. Хурюк, ясно, блять. Как дела, блять? Кто тебя убил? Ну, тебя могли убить только две его копии или одна моя копия. Ну, ты подъебало зашел куда-то. Все понятно с тобой. Шем уже близко. Бурибай почему-то получает дамаг. Наверное, каплю дал. Моб вырос, 90 стаков. Что делать, я не знаю даже. Пока он промахивается по мне, но это только пока. Ты 4 раза промахнулся. Вот сейчас уже стаки спадут, похуй. Бьем на мужика. Можно подъебало заходить. Заходим. Нет, не заходим. Сейчас убьет всех. Заходим, заходим, теперь подъебало. Все. Не, блядь, что-то странное. Прям агро срывает. Как да? Будто, блядь, таунтятно. Надо рылок сделать, походу. Пока не делай, сейчас Савиану сразу убляем, короче. Я пока дотаун жену. А, по-любому Хурюк это напортачил. Где истинное расслабление? Это на трэше в резке 25 гер. А хант есть? Нету? Не нету. Снимай. Да, надо снять будет. Ну, либо захилить. Там 5 хилов хороших есть. Давай, Мэтфокс. Буйный рост омоложения. Буйный рост омоложения. Во, нормально. Захилили. Не, а, не, это сняли просто. Я понял. Ну, Мэтфокс синтека перехилил так-то, если что. Синтек, как дела, блядь? Омоложение, быстрое восстановление у Мэтфокса. Синтек, блядь, давай перехиливай Мэтфокса, чё за хуйня? Мэтфокс сильнее тебя? Если дамага не проходит по рейду... Не, я просто это фотографирую. Я понял, блядь. Понятно, нахуй. Вот так мы в рейды и ходим, блядь. Просто фотографируем, ебать. Урона не проходит особо. Посмотреть, как все играют люди, так там вообще пиздец. Один, наверное, блядь... Ногой мышку водит там. Какая-то хуйня. Членом! Отойдите от красной метки от Войда, блядь, прием. А, это бесы, ну ладно. Бесов убил всех, смотри. Так, дамаг по рейду проходит. Берсу не снимают, пол хп у рейда. Ура, босса добили на последних секундах. Так, забегаем в этот проход. Ты прямо сегодня спортивный комментатор. Всегда такое. Да не, не всегда, это когда настроение хорошее. Лучше его не портить, конечно. Надо стараться, чтобы все было хорошо. Все же любят, когда хорошо, да? Нормально дело, нормально будет. Короче, Лингрен один на трэше. Это новый рекорд. Пуляем. Новый рекорд, минус 25 на собаке. С первого гейзера. Это круто было бы. А, там Бурябаев танк. Понятно. Даже ничего не сказал. Берегитесь. Пускай. Сейчас ни в одного будешь зато держать на бок. По сторонам там смотрите, держите. А то если они в рейд заходят, они эту хуйню себе докастовывают, они дают АОЕ большой по рейду. Там радиус что там? Метров 15, наверное, на этой хуйне. Говно, который не кастовывает. Столб какой-то, блин. Походу как маговская обилка. А ты бигдем сегодня что, магом уже РС-ку сходил? Вот еще. А что-то видел с утра, ты писал там. Не, ебать, не знаю, я 8 утра спал нахуй. Все видели, что писал, но никто не пошел лишь. Ты не было, 10 человек набрал, блять, и все нахуй. Это время сколько, представь, люди спят нахуй. Мы сидели до 2 часов, чё я, блядь, 6 часов посплю и буду вставать, что ли? Наебал такую хуйню. Ты сам-то как так выживаешь, блядь? У тебя работа, блядь, какая-то с каким-то свободным графиком, что тебе так удобно? Да. Уберите петов, бегите на ту сторону, не спульте босса. Пока стойте на той стороне. Буквально 2 минуты, давай я это рывогнусь. Давай, давай. Все пока метки поставил. Это не смотрите, это хуйня какая-то. Дайте каску нормальную. Порогом. Порогом поебал
Это передача такси. Да я смотрю, надо начинать идти ныть на форум. А чё такое? Чё ну, блядь, почему ДКшники ДПСят хоть могут бегать, а мутикам нельзя да побегать ДПСить? Да в натуре. Типа, ты нахуй 17 тысяч сейчас дал, блядь, на мини-боссе, блядь, и топ-1, видишь, что ты говоришь? Так я от него не отходил. Чё? Ну, в том-то и проблема. Чё, мне тогда тоже пойти написать, а почему ДК могут лик смерти кидать, блядь, просто бегать, кайтить, кидать лик смерти, да, а я на варе разъебать, не могу, блядь, мне надо в упор подходить, блядь. Ты на кливых можешь ещё дать. Ещё буду ныть, что нахуй роги, блядь, могут доты навешать, нахуй. Всё правильно, блядь, разъебать. И побежать, блядь, спокойно обновить и потом дамажить, ну доты дамажить. Так, 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 а я на варе, блядь, опять должен нахуй в упор подходить. Ура, внимание. Ура, сука. Да. Расхуярим ДК. ДК говнокласс. А почему РДД нахуй могут кастовать в цель, которая 40 метров стоит, а я на роге не могу, блядь. Нахуй. Иди тачи нахуй вообще, блядь, если ничего тебе не нравится. Натуре. Так, святой вест. Дети лагает. Лагает. Ну скажешь, как отвисить, да покажем. Каску дайте, блядь. Святой вест, короче, и Варахель остаются. Не заходите, как слышно, прием. Фласку, масло. Да без этого обойдешься. Этот, значит, в свиту выходят. Так, Кирсори. Так, давай подумаем. Мы сюда Вадикона закинем, а ты в тьму иди, Кирсори. Первая, вторая пати во тьме. Там один хуй дамага у вас дохуя. Этот самый Бурибай, короче. Ты выйдешь в свет. Понял? Выйдешь в свет. Хоть ты и в первой пати. Вот. Первая, вторая, остальные все первая, вторая во тьме. И, третья, четвертая, да. И третья, четвертая в свету. Остальные хилы. Бидон, Медфокс, Синтек. Бидон и Синтек, особое внимание. Медфокс может сдохнуть. Может, может и не сдохнуть. Но имейте в виду, если он сдохнет, вы вдвоем должны захилить меня, не уронить. Не проебите. Че, Лингрен готов? Заходите за линию. Проверка. Так, кто свет танчит? Свет. Лингрен. Лингрен начинает, я во тьму захожу. Услышали, Бурибай, ты услышал, что ты в свет выходишь? Ага. Игорь, сори, этот Вадикон, ты тоже в свету, чтобы там и там Гера была. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ебать. Поставили лагарь? А чё, блять, вообще? Мне кажется, что за дела, я понять не могу. Что-то с агро вначале было там. А, у тебя вот посмотри, неистовство сейчас включено. По-моему, оно у тебя не включено. Вот проверь чисто. А, блядь. Все, вайп, ложимся. Да, можно мне ГПшку ебануть. Да это, наверное, мне надо ГПшку ебануть. Да не, на поле. Причина простая. Ну, а на кого ты напуливал? Бля, она что, слетает, когда, блядь, рылок делаешь? Да, слетает. Хуй знает, да, паладины, вам виднее. Это только просьба на миллион тысяч долларов. Вот сейчас кто в призраках, братаны, блять. Не тыкайтесь носом в ебаный инст, блять. А то у вас выкинет с игры, блять. Как дела, нахуй? Вот теперь боссы выедился, можно заходить. Давай на форум, нахуй, еще пожалуемся. А чего паладинов, блять? При релоге слетает. Это, слышишь, давай я спулю лучше, а то, ну, поднаберу там немножко, напулите на воида. И потом ты уже заберешь. Только поставь сейчас эту неистовство. Подруги. Пацаны, вставайте. Тори там. Че, врубил? А, вот врубил. Вот да, вижу, да, меч. Меч уже вижу. Ох. Рыба стоит. Как дела там, блядь, братаны, которые вылетели, блядь? Нормально? Призраком, блять, в инст хуярить, пока там бой нахуй. Я понял, блять, ГЦ, блять, я понял. Первый раз, пацаны, еще не знаю. А, конечно, первый день играем нормально, вайп, ничего страшного. Да. Вайп. Просто, ну это всего лишь вайп, что такое? Да, всего лишь хули. Сколько мы минут проебали? Да, заебал, да. Все, успокойся. Всего лишь. Натуре, бля. Всего лишь надо на форум написать, что это нахуй у паладина слетает неистовство, когда они релок делают. Топа, ты там сразу список составляй, когда пойдешь на форум, чтобы все написать. Там мне похрен, я только за себя буду писать. Нифига ты, черт, в натуре такой эгоист. Тоже ради. Еще и наполнен на того кинул.
Чего ты его чертом блядь называешь? Да, он нахуй бежит. Вырастили эгоиста. Чек на пол. Когда-нибудь я его увижу. Кого, меня, что ли? Блядь, мы можем прям с тобой сейчас нахуй выйти. Зайдите за линию. Нет, я далековато. Я сейчас далековато. Ты же уехал нам куда-то. Сейчас, короче, я его отведу. Стойте там. Стойте там. Пиздец, блядь. Танки непутевые, нахуй, босса нормально поставить. Забрал. А хилы тоже нехуёвые, блядь, диспелят. Перебегайте. Куда вы прям метёр? Вы что, сука, слепые? И кто это диспелил? Сейчас я проверю. Рассеивание, Мэтфокс. Братан, ты тут, Мэтфокс? Не трогай диспел, нахуй, брателла, блядь. Синтек во тьме диспелит. В свету Ворохель диспелит. Не трогай диспел, блядь. Ёбаный в рот. Войд что-то принял. Алло, нахуй. Не тупим. Мне кажется, он просто на хахашечках сидит. Да, готовимся. С треугольника заходите. Давай, бидончик, синтек работаем. Вот Вокс тоже, блядь, работаем. Топа. Так, немножко на рейд поверну, немножко отойдите в бок. Скоро лезвие будет. Так, все, скоро лезвие, начинаем крутить топу. Ага, я понял, дыхание, да? Скоро лезвие будет, готовимся. Вот лезвие. В них нельзя заходить, они шотуют. Че, ну там еще напиши, что это. А че дыхание так далеко берет? Ну да, я напишу. Хорош. Сука. Вырывай, во тьме остаешься, братан, отмена. Третья, четвертая, нажимаем на портальчик. Только не перед ебалом, блять, братаны, блять. А то там дыхание скоро будет. Лезвие 2 секунды. Мидарк, и потом в портальчик. Во тьме на автоатаку перейдите. Курите. Этот, Вадикон, иди в свет, выходи. Ты тут? А, тьма полностью, стоп, дома. Там стоп, эти урон. Как дела, Мидарк? Нормально, да, порталы исчезают? Да, вообще. А, блядь. Брюк выноси. Там... Вадикон, давай Геру в свету. Тьма не бьем, блядь, пока. На 50 начнем бить. Уже 60. Надо, чтобы 40 было, потом мы тут Геру дадим нормально. Вот. Пережмем. Тер, перебежали. Испальте с муфика, блядь. 50. Давай до 40 дожми, синтеку носи. 40 будет, сразу во тьме ебанем. Да, готовимся. Пережмет нас свет? Нет. Должны пережать, в принципе. Если только Биг Дэм там ШМ не включит. Вот 40. Во тьме. Мэтфокс ГЦ, блядь. Геру бидон. Ставь тотем. Иннер залей синтек по бидону, блядь. У тебя дохуя маны. Мэтфокс, поздравляю, блядь. Лезвие не видишь, да? Не видишь, где челики стоят сбоку. Нельзя, что ли, с ними стоять? Мэтфокс, Мэтфокс. Перебежите. Я надеюсь, Мэтфокс, у тебя откладывается что-то, потом получше будет. Да, Мэтфокс? Как думаешь? Жизнь. Жиры откладываются, когда сидит и играет в эту игру. На ноуте? Так как на ноуте ничего не видно? Я вот на ноуте. Чешка на хилам, да, поздравляю. Чешка нахуй. Жалко, что я на хил. Сука, еще по пиору, блядь, не хватит. Да, сейчас я у тебя ее спизжу, нахуй. А чё, не чешка не на хила хорошая, да? Ну да, неплохая. Да нет, да здесь единственные две чешки красота нормальных, на РДД и на хила, блядь. Да, на милика неплохая. А на милика чё, говно, что? Наверное, сказал человек, который не играет на милике. Так, слышите, я там что-то менял, по-моему, да? Ну-ка. Я менял, по-моему, на 300.
Да, по-моему, я менял. Проверьте в системе лута, домотайте до таблички, где ИП и ГП за инс. По-моему, я с 600 на 300 менял цену. Посмотрите. Вроде я снизил ее, на, ну, а то раньше было 600. РДДшный миник. О, кирсор, еще я. А, или у меня есть? Вот. Ну, тут все по 10 жмут, и хурюкаешь все. Зайду минутки на 3. Так, вот это галитим. Сейчас я ей подам. Так, Врахиль. А, ну то это твоя только. Так, резко. А че я не могу в бухту торговцев-то проходить? Че, полетели? Вопрос да. Милики. Тренингат? Латники. Нет. Чарка с ТТГ, экстра атака, ну, дабл атака. Она сейчас вообще нормальная.